Парам-пам-пам! Ребята, всем привет! Видео снято для YouTube-канала Игры Онлайн. Мы продолжаем играть Растения против зомби Garden Warfare. Напомню, мы уже проиграли целую одну серию, 22 минуты. И поэтому у нас уже появился кое-какой опыт. Сегодня мы продолжим в том же мультиплеере. Единственное, в другом режиме, на другой карте постараемся. Хотя навряд ли здесь карты рандомные. Но за других... растений или зомби. Так, не будем медлить, начнем. Search for game. Matchmaking. Окей, good game. Отлично, сразу нам игру нашло. Я бы хотел сегодня пробовать за стандартного зомби и за стандартного растения, если не ошибаюсь, там горохострел. То есть горохом стрелять. Кое-что про него в интернете посмотрел, как им играть. Кое-что сейчас мы сами узнаем. Вот, мы уже играли, по-моему, на этой карте. Где тут поезда носятся, убивайте, вот он, наш горохострел, ух ты, с такой шапочкой. Так, ну, гоу. Отлично. Так, вот так вот он у нас одиночными стреляет, просто жмакать на мышку. Если два, то вот такой пулеметик устанавливается. Отлично, начнем пулеметик. Есть мега-прыжок. Ага, нет, не мега-прыжок. Нет, не напрягу. И первое, что непонятное. А, какая-то фигня, бывает. Ого! Ого, все, теперь будем знать. Единственное, конечно, в одиночку он так себе стреляет, но вроде урон хороший там. А, больше идет. Хорошо. Я хочу туда попасть, нельзя туда попасть. Обидно. Обидно. Так, нужно спать тишка зомби найти, убить и убежать. Сегодня так мы и будем действовать. Быстро, незаметно и коварно. Так, устанавливаем пулеметик и... Рам-па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 -
Уйди, уйди, он мой. Так, не трожь его, стрел. Он мой. Так, ты чё, его убил? Ты чё, его убил? Пацаны, ну вообще не по-красивому. Ладно, он был мой, я просто не добил, а был так. Так, хоть бы поездок сейчас не надавил. Да, не бы, никак. Воу, здесь где? Нет, 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 я успею. Фух. Вот это да. Нормально так-то. Что меня не убило. Подожди, это что, зона? Так, пацаны, я тебе помогу. Нет, уходим! А, отлично. Хотел одному помочь, в итоге и сам убился. Ну, что это такое? Ну, вообще... Ага, он мне мстит, он меня вспомнил, по-видимому. Хорошо, значит, я его вспомнил. Откуда это? Оттуда. Значит, вы там заболели. У каюшки. Лови! Вот так вот. Еще что-то есть? Слушайте. Нет, нам своим помогать. Чё я стою-то? Чё я стою? Своим помогать надо? Стойте, не умирайте! Я вам помогу! Во-во-во, тихо-тихо-тихо! Стой здесь, да! Ага, его я тоже взорвал! Идеально! Идеально. Так, на это меня другой убил, конечно. Может, мне кто-то поможет. Хотя я им не помог, или мне навряд ли вообще кто-либо будет помогать. Но я не виноват. Я просто тупанул. Вы знаете, всего второй раз играю. Так, что кардинально. Ага. Башня. Интересно, может она разобраться? Ну, мы можем. Тихо-тихо-тихо-тихо, ставим. Перелом! Все, уходим, уходим. Садись! Эх, не успел я. Печалька. Но одного тоже убил. Вот только кого-то убиваю. Видите, чем плохо? Сильно долго он ставит этот пулеметик, потом убирает. Ну что это такое? Сильно долго для меня вообще не подходит никак. А, слави! Что? Где он? Эх, я его добил хоть. Ого, я пятерых убил. Нет, я его не убил. Печально. Кто-то его другой, что ли, убил? Фиг его пойми, как ты счет почитается. Ну, по поняткам. Не по под... Ты чё тут хилишь-то, зомби, врагов?
ставим, ставим. Да, убил. Вот так-то, своим помочь. Ты сейчас поможем. Давай, давай, давай. Помог, я своему помог. Беги, беги, пацан, ты жив. Убей его, пожалуйста, убей. Ой, хорош, хорош. По-нашему. Вот, помогли своим, они помогли нам. Давить, правда, ну, ничего. Главное, что помогли. Так, гипер прыжок, я хочу запрыгнуть. Вот сюда. Да их немножечко. Немножко. Что такое? Да давай, уничтожь его. Давай, хорош. Хорош, иди дальше. Ага, пойду. Ай, наш, боже, что ж я творю-то? Своих луплю. Это тебя такое, что ли? Что с тобой не так? Кто тебя так сделал, а? Убить его. А, хорошо. Вот! Так, 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 так. Круговую оборону занять. Давай, вылазь. А, у нас тут еще патроны заканчиваются. Не убили. Печально. Ну, подходите. Вообще 36% хп у него осталось, он меня убил. Ну как же так? Что-то вообще не могу попадать, вообще не получается. Ладно, сейчас будет ему мстя, будет мстя. Будем нагибать пулеметика. Становимся, вот он, бегите, я его вижу. Тихо, ждем, ждем. Но, нет, ё-моё, только зря занюзывал. А, ничего страшного. А, я придумал, сейчас будет план капкан. Смотрите. Хоп! Кидаем первую вилку. Хоп! Юзаем вот эту фигнюшечку. Воу! Да! Это победа, конечно. А. Взрываются фигнюшки. Да харе! Чё это не взрывается, когда я не хочу? Давай. Эх, хватит, они все там, а мне недоступны. Ну что это такое? Вот он почти вышел. Нате! Слил! Вот так вот! Горите вы! Ай, Кость. Тихо, 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 тихо. Еще одного убил, и меня тут же убивает. Ну ничего, ничего, ничего. Мы все равно вроде там побеждаем, да. Мы больше сделали все равно киллов. Печально. Убили нашего дарострела. Нет, зомби побеждает. Ну какого, блин, ну я же тащу. Ну вот опять я тащу, команда не хочет. Ну что это такое? Ну почему так происходит? Угу! Ты куда, пацан? Ха! Неплохо. Еще одного уходим. Прыжками вот такими будем уходить. Уходим, уходим. Так, где здесь можно? Убил. О, хили, хили. Боже, какой хороший. Спасибо тебе, добрый ты человек. Как твой ник-то? Вионсер. Хорошо. Вионсер, по нам стреляют уже. Ой, Вионсер. Нас хотят убить уже. Так, тихо, ждем. Ах ты ж, негодяй! Слави! Где он? Где? Откуда вообще были прилеты? Но, ребят, ну что это такое? Почему-то команда не рада. Вот только два человека играют. Денис еще какой-то. Эх, Денис, Денис, а, ну что же ты будешь делать с тобой? Почему ты других не учишь играть так же, как ты? Ну почему? Почему они сливаются просто так? Так, включаем такую вилку. А, его убили. Подходим, может, она и нас может взорвать. Надо не может.
Так, сейчас. А, нет, еще не ставим. Да, теперь, думаю, ставим пулеметик. Убил. Убил. Ждем. Думаю, еще кто-то придет. Да убей его, убил, красавчик. Уходим. Ой, хорош. По-мастерски ушел. По-мастерски нас еще и лечит он. Так, 37-46. Да ну блин, ну навряд ли, конечно. Оп. А, не могу далеко дошать. Давайте так вот посмотрим. Не понял, а что, зомби? Ах ты ж, негодяй! Что-то летит к нам, что ли? У-ху! Убил! И он меня, наверное, сейчас убьет, да? Ну, конечно. Ставим такую фигнюшечку. И аннигилируем. Убил. Так, тут поезд у нас. Еще одного убил. Так, уходим, уходим. Все, проиграли, да, мы? Ну да. Не с таким уж счетом плохим, потому что, ну блин, я тащил как мог, ребята, сами видели. Я тут вообще ни при чем. Потому что, ну, они сами сливались, просто сливались. Я не виноват. Вон, 19 киллов сделал, блин, заработал кучу денег. Это ж вообще, ого-го, сколько денег. Ладно, идем в следующий матч. Все будет нормально, сейчас затащим, команда тиммейт попадется идеальный, который будет помогать, поднимать меня каждый раз. Будет 0 смертей. Ой-ой-ой, что же так туго? Ну давайте попробуем, может за зомби сейчас попадется нам. Что, 25 тысяч ровно, как-то странно, может быть дальше не идут деньги. Матчмейкинг снова. Давай, шустрей. Гадальце. Да ладно. Вот это интересно. Я сейчас понимаю, мы будем за растения или нет. Как тут вообще понять, за кого мы будем? Вот, да, за растения. Снова я беру своего расстрела. Нагибать тогда. Вы видели это? Что это? Вот это баги. Вообще что-то тут. Непонятно, а, вот, все прогрыз. Боже, как долго. Ну давайте, нагиб. Фух, пацан, ты чё так? Вон мусорник завалил вообще беспределя. По полной. Прыжок. О, тут прыжками будет что-то. Сейчас мы запустим какую-то фигню. Вон влево. Смотрите. На-на-на-на-на-на-на. Убит. Убит. Бит. Троих. Нормально. Может еще кто-то? А вот там еще один бит. Еще один. Так, тут все чисто. Чисто. Мне никто не подкрывает. Я тут сам на крыше сижу. Настоящий снайпер. Ворошилов, а они... О-во-во-во-во! Уходим! Мы уходим, пацан! Мы уходим! У-у-у! Походу я их достал. Они все-таки решили меня убить. У-у-у! Беги, да пацан, беги ж ты! О, хилка. Наконец-то. Давай, хп восполняй, потому что меня он, походу, чуть бешеный доктор не убил. Этого... Куда побежал? Ах ты ж, негодяй. Сзади, я видел, как ты бежал. Сзади хотел. А ну-ка, закинуть. Ой, что-то не закинул я. Эй, вообще так нечестно. Ну все, я обиделся. О боже, кто-то пятерых убил. Нифига себе не выносит. Ладно. Лови. За всех, за братву мою-то, а. А ты что думал, просто так? Ой, чё-то я туплю? Да откуда? Ой, дурак я, вы видели, как он меня прострел сделал? Ну,
Это тоже второй раз меня снес. Рейман. Рейман там. Спасибо, вообще красавчик. Хорош. Просто не ожидал, вообще не ожидал. Сейчас мы ему такую фигнюшечку кинем. Слови. А, и так убили. Отлично. Так, нашим теперь помочь нужно. Они-то нам помогали. Становимся позу и... Эх, уже добили. Вот это еще идут. Не успел я снести. Их, Рейман. Семерых уже убил, семерых. Плохо. Кто на минуса? Ну ладно. Окай, ну еще побеждаем. Давайте шустрее сейчас. Убийство, просто убийство, аннигиляция. Вперед! Тут или мы, или они нас, тут все понятно. Некогда объяснять. Так, вы никого не чисто, спасаем своих, своих. Почему же вас так много? Еще. Да кого бить-то? Эх, и он, и я его, блин, ну если бы та фигнюшка летающая не сбила толку. Вообще было бы все идеально. Может мне кто-то поднимет? Поднимите! Ой, красав! Ладно, обидно. Я надеялся. Да подними, куда ты побежал? Ну это что за человек, а? Ну вы видели, да? Ну, ну, ну уж можно же было поднять. Ну чё он-то, а? Чё, я ему ничего не делал, я же... Да убить ты его, то чё он прыгает-то, а? Гляньте, он меня сейчас убьет. Слава богу! А, хилка! Боже, спасибо тебе, цветочек. Спасибо большое. Как тебя зовут-то? Ой, ладно, не буду твой никнейм читать, потому что какой-то странный. Ого, сколько вас! Убил! Эх, меня сейчас, наверное, убьют. Цветочку помочь. И убежать, помочь и убежать. Помогли, хорошо. Может, он нам поможет сейчас. Может, поможет? Ой, хорош, помог, реально помог. 47, 49! Еще! Еще одного зомби убить и все, и конец. Становимся, становимся. Ура! Да, отлично, это победа, ребята. Эпическая победа. Good game, ГГшечка. Вот так вот. 50-59, на грани, просто на грани. Воу, вот это да. Ну да ладно. Что вот тут есть? Стикершопс какие-то. Ну, вообще непонятно, если честно, для меня. Ну ладно, это не важно. Ребят, это победа. Сейчас мы посмотрим, может быть, купим в шопе что-то, какие-то там стикерсы я видел. А, еще назад. Вот, или вот тут. Ага, это не то. Менюшку нужно немножко изучить. Стикеры. Вот что они нам дают, вы мне скажите. Вот аж 30 тысяч. А что это такое будет? 199. А, их улучшать надо, наверное. Что, ну я-то одну улучшал. А, да. Что это такое? Для чего оно нам? Фиг пойми, если честно. Ой, блин, ребят, надо как... А, типа купить дополнительно. Давайте еще. Я вообще не понимаю, что здесь делать-то толково. Новый чат. Боже. Так. Не, ну крут, крут, черт, получили. Хорошо, ребята. На этом будем с вами прощаться. Я думаю, всем понравилась сегодняшняя битва. 50-49 счет с нашей победой. Всем пока-пока. Видео снято для YouTube-канала Игра Онлайн. Бай-бай.